Совсем немного времени остается до Нового года. В эти дни каждый ребенок ждет чуда, веселья и подарков. Поддержать детей Ермолаевского приюта и поздравить их с наступающим Новым годом приехали гости. Для них воспитанники подготовили концертные номера. Дети пели песни, рассказывали стихи, отгадывали загадки. Праздник не обошелся без сказочных персонажей – Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги и символа наступающего года – Петушка. Он пожелал, чтобы у всех детей сбывались заветные мечты. Чтобы у всех было все хорошо, чтобы у всех были все свои желания. У меня желание, чтобы у меня в семье все было хорошо. И у всех. Гости поблагодарили детей за красочное представление. Ну и, конечно, к ребятам они приехали не с пустыми руками. Подарки были вручены от имени главы администрации Кургазинского района, от представителей органов опеки и попечительства, предприятий и организаций района, а также администрации Ермолаевского сельсовета. Желаю каждому из вас, чтобы обязательно сбылись все ваши мечты, все, что вы запланировали, что вы хотели, чтобы все у вас в жизни сложилось так, как вы сами этого хотите. Еще раз вас с наступающим 17-м годом, с годом петуха. Пусть все у вас будет в жизни хорошо и отлично. В завершении гости и герои праздника сделали фото у новогодней елки.